Мы активно работаем с 2011 года и провели ремонт на большом количестве двигателей, которые поставляются на корабли военно-морского флота. Двигатель типа М500 является одним из сложнейших двигателей в мире, поэтому требует особого подхода, знаний и постоянно держать себя в форме. По условиям договора мы выполняем работы пусконаладочные на объектах, для которых предназначен тот или иной двигатель. Поэтому наши специалисты способны не только проводить работы в условиях предприятия, но и также на объектах, встречаясь с различными сложными ситуациями. Учитывая, что мы уже около 10 лет проводим работы на двигателях по капитальному ремонту, предприятие значительно разрослось. Также на предприятии появились участки, которые позволяют нам изготавливать детали. Учитывая определенный опыт специалистов, в настоящее время мы осваиваем новое производство двигателей типа М500, в которых очень нуждается военно-морской флот. Учитывая, что по условиям договора наше предприятие дает гарантию на качество ремонта двигателя в случае возникновения каких-либо недоразумений, каких-либо дефектов, наши специалисты выезжают на место выполнения работ и оперативно решают вопросы, которые возникают со стороны заказчика. Добрый день. Мы находимся на предприятии Кингисеппский машиностроительный завод в цеху ремонта газотурбинных двигателей. Данный цех образован совсем недавно, но достаточно большие объемы уже по ремонту. Ремонтируем всю линейку николаевских двигателей завода «Зоря-Маш-Проект». Также более года уже ремонтируем украинские двигателя завода «Мотор Сич». Двигатель, в частности, 336, который используется на газоперекачках и на электростанциях. В нашем цеху ведется полный цикл ремонта компрессоров, турбин, жаровых труб, камеры сгорания, ну, соответственно, силовой турбины тоже. Недавно было освоено новое производство – это восстановление сотовых уплотнений высокоточной байкой с последующим запеканием вакуумной печи. Также на предприятии освоен полный цикл восстановительного ремонта турбинных компрессорных лопаток с последующим восстановлением жаропрочного покрытия. В цеху работает 22 человека. Многие ребята прошли в свое время обучение на мотор-сече. Тем самым мы можем выполнять полный цикл ремонта по мотор-сечевским двигателям. Это, повторюсь, ремонт компрессоров, ремонт камер сгорания, турбин.